В клинике Кивач введены и соблюдаются особые меры профилактики распространения вируса COVID-19 – коронавируса. Дорогие гости, мы вас очень ждем. В клинике Кивач предприняты все меры в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции. Ваша безопасность всегда является нашим главным приоритетом. Защитить свое здоровье и здоровье окружающих можно. Для этого в клинике соблюдаются следующие меры. Прием гостей осуществляется только при наличии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями в течение предшествующих 14 дней. В обязательном порядке проводится ежедневная термометрия всех сотрудников и гостей клиники. В клинике проводится регулярная дезинфекция помещений и территорий, а также всего оборудования. Мы рекомендуем гостям придерживаться расписания и посещать процедуры в указанное время, что позволит нам обеспечить инфекционную безопасность. На территории клиники ежедневно дезинфицируются беседки, шезлонги, скамейки, наружные двери, поручни, урны, а также оборудование, спортивные тренажеры, велосипеды, палки для скандинавской ходьбы. Ежедневно в нашем ресторане при открытии смены каждый сотрудник проверяется на входной фильтр, где измеряется температура и также осматривается нашим санитарным врачом. После входного фильтра у нас проходит 5 минут, где мы снова ознакомливаемся с информационным стендом COVID-19, где вся информация изложена подробно, это мы делаем ежедневно. А также в кухне предусмотрена линия раздачи с защитным стеклом, что позволяет сделать работу официанта и повара более безопасной. В каждом цеху предусмотрены антисептики. Повар регулярно во время работы обрабатывает руки мылом и раствором дезинфекции. В каждом цеху имеются бактерицидные лампы, включены на протяжении всего дня. Также проводится проветривание согласно расписанию. Официант, прежде чем забрать блюдо, производит дезинфекцию рук, только после этого блюдо уносится гостю. В ресторане полная дезинфекция проводится 3 раза в день, а обработка контактных поверхностей каждые 30 минут. Использованная посуда и столовые приборы поступают в мойку, после чего ополаскиваются, погружаются в дезинфицирующий раствор и также омываются в мойке при 100 градусах. Мы тщательно следим за чистотой воздуха. Перед открытием клиники была проведена проверка эффективности и дезинфекции вентиляционных систем. Для постоянного обеззараживания воздуха во всех медицинских, а также общих помещениях, холлах, вестибюлях, коридорах установлены бактерицидные облучатели. Все оборудование и мебель расположены таким образом, чтобы обеспечить расстояние между пациентами при проведении процедур, приеме пищи и тренировках не менее 1,5 метра. Также по количеству человек ограничено нахождение в торговых помещениях клиники. Соблюдение масочного режима со сменой маски каждые 2-3 часа является временной, но обязательной мерой профилактики для пациентов и всех сотрудников клиники. Для каждого пациента при проведении процедур используются одноразовые и индивидуальные материалы и медицинские изделия. В клинике отменены все групповые занятия в помещениях. Лекции врачей и мастер-классы шеф-повара будут проходить онлайн. Дозаторы с кожными антисептиками для индивидуальной дезинфекции размещены при входах в клинику, в зонах общего пользования, туалетных комнатах. Спасибо, что вместе с нами соблюдаете все рекомендации. Будьте здоровы! С клиникой Кивач!